Посмотрите, вот это стоит древесина, высохшая. Вот, дерево. Вот, она умерла. Когда энергия молнии падает, может произойти пожар, да? Вот, если вот эта древесина сгорает, то на земле остаются древесные угли. И когда энергия молнии проходит через эти древесные угли, она замыкается. Замыкается, начинает светиться. А если она находится под землей, и еще падает дождь, много воды, то из этих древесных углей и дождевой воды образуется много катиона водорода. И еще анион гидрокарбоната. Вот. Эти водороды притягивают растения. Вот смотрите. Все они имеют острые края. Вот. Травы имеют острые края. Вот. Любые растения. Вообще любые растения имеют вот острые края. Отсюда энергия вылетает. Плюсовая выходит, отрицательная входит. Вот эта отрицательная энергия от земли через корни растений притягивает катион водорода. А если еще там стоит круглые растения, это, например, арбуз, помидор, то они сохраняют еще анион гидрокарбоната. Спасибо за внимание.